На этот раз встреча представляла собой весьма необычный формат. Вместо клюшек и шайб главным орудием труда участников стали кисти и краски. В качестве начинающих и весьма неплохих художников себя попробовали игроки «Торпедо» Андрей Тихомиров, Артем Аляев, Данил Веряев, Кирилл Ураков, Антон Шенфельд, Михаил Варнаков, Никита Серебряков, Андрей Белевич, Семен Ручкин и Егор Синегубкин, а также генеральный директор клуба Александр Харламов. Да, я умею рисовать, но, наверное, не очень хорошо. Вместе с юными слэдж-хоккеистами и профессионалы континентальной хоккейной лиги и руководство клуба рисовали картины с изображением символов нашего любимого города – Нижнего Новгорода. Хоккей – это не только спортивное соревнование, но и огромная социальная такая составляющая. И вот сегодня проходит одно из таких мероприятий, где участвуют непосредственно ребята, наши хоккеисты «Торпедо» и молодое поколение, скажем так, нашей слэдж-команды, которая вот в такой мы сегодня в коллаборации вместе вот решили заняться изобразительным творчеством. В рамках необычной встречи, прошедшей веселой и непринужденной обстановки, нашлось немало времени для общения, фотографирования и приятного времяпрепровождения. Творчество объединило всех. Я уже научился играть в хоккей, а рисовать уже не научился я. А тебе, мальчик Никита, что сложнее, рисовать? Конечно, рисовать. Здесь море, здесь небо. А все правильно. Почему у вас олень похож на собаку? Потому что вы еще рано подошли и его не дорисовали. На протяжении всего художественного поединка и деток, и взрослых сопровождали улыбки и смех. А это, как известно, самое важное в подобных встречах. Настроение вообще классно. Я думаю, Юр, тебе понравилось? Да. Вот самое главное, чтобы им нравилось. Поэтому в целом я доволен и почаще буду. Для детей важно. Важно общение, социализация очень важна, да, как со своими кумирами. И также и родителям, глядя на детей, которые радость в глазах, и опять же, с хоккеистами, в таком же статусе, как и они. То есть для них это очень важно. Было все настолько по-семейному и душевно. Я могла обратиться на «ты» и не корить себя за это, что «ой, как там, это же звезда с телевизора, я же за него болею в «Торпедо». Совершенно спокойно и классно. Вот, мы пообщались. Творчество юных художников и хоккеистов уже выставлено в спортивном магазине «Торпедо». И наверняка найдет желающих поддержать детей через приобретение действительно шедевров благотворительной встречи ХК «Торпедо» и слэдж-хоккеистов. Владимир Смирнов, «Время новостей».